Где и в каком месте снимали сериал «Жуки», место и локации съемки? Где и в каком месте снимали сериал «Жуки», место и локации съемки? Уже многие успели посмотреть сериал на канале ТШТ «Жуки». Судя по описанию к сериалу, мы увидим троих парней, они живут в деревне Жуки. Такое вот странное название населенного пункта. Сериал снят в жанре комедия. Говорят, что снимали сериал в одной из деревень Подмосковья. Также часть съемок проходила в Москве и Подмосковье. Будет 20 серий в первом сезоне сериала. Главные герои – трое молодых парней, работающих программистами. Волею судьбы они попадают в небольшую деревню под названием Жуки. Так вот, все натурные съемки действительно проходили в небольшой деревушке в Подмосковье. Также сцены сериала «Жуки» снимали в Москве. Главные герои – парни Артемий, Денис и Никита. Вадим Дубровин, Павел Комаров, Вячеслав Чепурченко. Они являются программистами, создающими новую программу и мечтающие из деревни попасть в Москву. Для съемок были задействованы как съемочные павильоны, так и реальные дома местных жителей одной из подмосковных деревушек. Кроме того, для съемок в массовке были задействованы реальные жители деревни. В принципе, даже в реальной жизни порой весьма забавно наблюдать за людьми, привыкшими к городской жизни и попавшими в деревню. Что уж говорить о сериалах, сценарии для которых пишут профессионалы. Съемки фильма проходили на территории города Москва и в одной из деревень Московской области под кодовым названием «Жуки». Лично мне очень понравился выбор места съемок. Красоту нашей русской природы ни с чем не сравнишь. Церквушка из сериала «Жуки» действительно весьма примечательная. Каналу Коксвилл-шоу стало интересно, где она находится. Это удалось выяснить без особых усилий, хоть по всей России таких полуразрушенных храмов и немало. Порадовало, что в сериале колокольня находится в строительных лесах. Значит, идет реставрация. Они просто для съемок жуков ее так преобразили. Надеюсь, реальная церковь тоже будет восстановлена. Эта церковь Николая Чудотворца находится она в селе Нижние Подгорячи, что в Калужской области. Удалось найти фотографии в интернете, действительно видны строительные леса и рядом мешки с песком и прочие признаки хоть какой-то реставрации, написано, что храм готовится к реставрации. Съемок внутри самой церкви не было, так как это небезопасно, обошлись павильоном. А вот живописные окрестности снимали для сериала «Жуки». А вот подвесной мост, по которому герои добирались в деревню, находится недалеко от деревни Верхние Горки в Малоярославецком районе, также Калужской области, над рекой Суходрев. Так что много интересных мест можно увидеть в деревенском сериале. Надеемся, что вам понравился данный выпуск. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться им в социальных сетях с друзьями и знакомыми. С вами был канал Коксвилл Шоу. До новых встреч, пока!